Да-да, это культовый Resident Evil 2. А с вами 5P74. И корю я себе за то, что только сейчас решил его полностью пройти. Как я уже говорил в своем прохождении Resident Evil Remake, первую и вторую части я практически не играл. Ну, вторую я даже побольше помню. Так пробегал там, даже примерно смутно так припоминая моменты. Может, даже сейчас буду играть, буду узнавать. В отличие вот от первой части, конечно. Вот. И настало время пройти до конца эту великую игру. Так, новая игра. Сложность средняя. Поехали. Начинаю я за Леона. Давайте сначала посмотрим информацию. На территории Соединенных Штатов в городке Ракун-Сити произошло загадочное происшествие. Немного позже была установлена причина несчастья. Вирус Т, который был произведен компанией Umbrella INC, в рамках проекта по созданию биологического оружия. Спецподразделение полицейского управления Ракун-Сити немедленно приступило к расследованию этого дела. Дело было расследовано благодаря усилиям агентов Крис Редфилл и Джилл Валентайн. Однако корпорация Umbrella не собиралась прекращать свои эксперименты. Интересно, что у нас здесь? Свежий труп. Этот парень какой-то маньяк. Зачем он укусил меня? Боже мой, какой ужас. Кто же это сделал? Что это такое? Кто эти люди? Хорошо, предупреждаю. Не двигаться. Не двигаться. Нет! Не кушай мои ботинки, они невкусные. Что произошло с этими ребятами? Похоже, все равно. Да вообще им все пофиг. Боже мой, какая-то чертовщина. Подождите, не стреляйте! Пригнись! Мы не можем оставаться здесь. Поехали в полицейский участок, там более безопасно. Откуда ты знаешь? Сюда! Ну, вперед! Окей, хорошо. Что происходит? Этот город просто сошел с ума! Отлично, радио не работает. Вы полицейский, правильно? Ага, первый день на работе. Юмор-ФМ, классное начало, да? Лайон Кеннеди, будем знакомы. Лайон. Я Клара. Клара Редфилд. Клара Новик. Мне нужно найти здесь моего брата Криса. Ну и перевод. С чем именно это перевод?
Пожалуйста, открой бардачок. Конечно. Здесь пистолет. Возьми его. Осторожно! Берегись! Ты в порядке? Можно и так сказать. Блин, этот идиот гонится за нами. Беги! Клара! Лайон! Я в порядке, пробирайся к участку, встретимся там. Лайон Кинг. Хорошо. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Все, пришло время убегать, убегать. Сразу же окружают зомби. Много зомби. Да, их не так-то просто завалить, я смотрю. Кто бы шел полицейский, нынешний зомби. Все, быстрее. О, дверь. Запрыгиваем. И снова это великое открывание двери. О, кстати, нажав кнопку... Стой! Можно быстро... Ты кто выглядеть. Такой? Что ты здесь делаешь? Не стреляй, я человек! А сзади шутка, это зомби. О, извини, я думал, что ты один из них. Что происходит в этом чертовом городе? Как тебе сказать? Я ничего не знаю. К тому моменту, когда я начал понимать что-то, весь город уже кишил зомби. Да, глядя толсто на тебя, скорее тебя запримешь за зомби, чем Леона. Так, мы попадаем в какой-то... То ли оружейный магазин, то ли чего, непонятно. Вот этот момент я еще помню. С тех времен, когда я пытался играть в эту игру. Конечно, многие фанаты Resident Evil могут сказать, это как ты там не прошел полностью игру и вообще как бы... Просто в то время, когда я познакомился с этой игрой, то ли это 99, то ли это 2000 год, точно не помню. А в компьютер вообще я начал играть где-то с года 97-го. Так вот, в то время для меня были мега-игры типа 3D-шутеров, там экшенов, типа Дума, Дюк, Quake и так далее. Или какие-нибудь стратегии наподобие героев или Warcraft. И такого игры наподобие... Resident Evil вообще воспринимались как-то, ну, что-то новенькое такое, ну, и как бы я... Вот и первые патроны у нас, кстати, я как бы, ну, немножко необычно было так, и управление неудобное. Ой-ё! Пока я тут распалялся, ребята... Решили сожрать нашего друга. Да, есть здесь еще что-нибудь? В кассе деньги. Нет, все, сматываемся. Ай. Фу. Это было что-то. Так, давайте я пока паузу нажму и расскажу. Так вот, и игры типа Resident Evil, конечно, это было что-то необычное. Плюс неудобное управление. Джойстик у меня тогда не был, играл из клавиатуры. Ну, сколько смог, столько и прошел с таким управлением. И дальше мне как-то, видимо, игра особо вызывала трудности. Ну и плюс игра, она была не так нестандартная. Я любил шутеры, лишь бы что-то пострелять. И только когда я стал взрослее, более понимать, что игры там, где можно и подумать, и немножко она нестандартная, довольно-таки интересная. Ну, плюс все начал Resident Evil 4, конечно, который был очень удачно выполнен в качестве
и управления, и всего остального. Так, что же мы тут получаем? Продавца съели, опять мы бегаем. Слышу звуки. Господи. Ребят, можно вас подстрелю? Кто вы какие-то? Патронов идет. Да, противников здесь очень много, я смотрю. Ну, по сравнению с первой частью, слава богу, инвертарь расширился. Так, неужели Леон тоже кучу зажигалку сразу воткнули? Интересно, в японской версии так сделали, нет? Так, что у нас с картой? Так, желтый квадратик, это, я так понимаю, дверь. Синий — это то, что изучил. Или все вещи забрал. Красный, видимо, что-то лежит. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, парень, как... Я ж тебя убил. Сколько можно? К сожалению... Персонаж не поворачивается, если нажать кнопку бега и назад. И это немножко неудобно. Так, еще патроны. Интересно, что делают патроны в машине. Непонятно, что там за машина. Качество графики не дает четкого представления о надписи. Еще один парень. Думаю, постараемся просто убить. Мне кажется, если сейчас каждого тут жителя убивать, всех патронов мира не хватит. Сколько тут жителей вообще в этом городке Raccoon City? Какие там мусор какой-то. Так. О, как ли он интересно перешагивает. Что там за стоны такие? Пока длинные такие коридорообразные локации. Там местный бомж заблудился и превратился в зомби. Так. Надо идти туда. А там... А там патроны. Вот здесь. Это удачно. В мусорном баке патроны. Что может быть лучше. Извини, девушка, ты, наверное, была красивой, пока не превратил зомби. Ты, парень, тоже, наверное, был красавицей. Ну давай, еще вставай. Как-то нелепо они. Не надо на меня свои гадости. Так, впереди. Все с дороги, парниша. Ай. Фу, пробежали. Интересно, когда будет первое сохранение. Эти звуки после Resident Evil Zero, а я эти звуки после Resident Evil Zero, мне напоминают сразу личмена. Человека пьяв. О, господи. Ребята, можно к вам присоединиться? Нет, у меня есть своя еда. Автобус. Тоже, как он открыл двери, если водителя нету в салоне? Или он сам смог раскрыть эти две двери своими сильными руками? Да, Леон, вот. Ой, не подходи ко мне.
женщина. Вот это ли он заснул в передрягу? Первое дело и сразу же такой сюрприз. Как всегда, информацию по игре я немножко прочитал, чтобы не быть уж совсем... Да, качество, конечно, графики на сегодняшнее время оставляет желать лучшего, но игра велика, поэтому... Чё, чемодан не хочешь взять? На кого так ли он смотришь? Так, о записях есть что-нибудь, информация какая-нибудь? К сожалению, ни черта нет. Я думаю, будет написано, что означает красным, подсвеченный синим. И есть ли еще варианты подсвечивания карты там, кроме красного и синего? Зеленый какой-нибудь там. Не все собрал или еще что-то. Парниш, отойди. Так, буду пытаться по возможности убегать. Все поворота. Вот это неудачное. Попался прям в лапы. Да, уже на первых уровнях довольно-таки проблематичны. Зомби много, патронов мало. И сохранения до сих пор не было. Так, а что это за дырка? Так, можно пройти здесь, а можно... Что-то я не понял, что у нас, спуск вниз, что ли? Шлёп, 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 шлёп. Так, ну обижали мы этого двух зомби. Что-то они все в одинаковых футболках, блин. Среднестатистические зомби. Что это нам даст? Тут ты, ну ты, блин. Это же я оттуда пришел, что-то мне показалось, что это другой спуск. Значит, пока я тут буду бегать, до меня эти два парня доберутся. Нет, они что-то там заняты своим делом. Ладно, заходим. Там квартиру полиции местной. Посмотрим, как вирус здесь поработал. Ух ты, неплохо у них тут апартаменты. Интересно, Клэр уже добежала до сюда. Полицейский участок, первый этаж, и все, больше ничего не высвечивается. Ау! Anybody else? Тоже на электронный замок. Что ж такое-то? Перед каждой лестницей приходится жать кнопку использования. Старый фонтан, какая-то надпись. Чтобы добыть ключ от своего сердца, я продолжу. Я подожду единорога, волшебного зверя. Единорога какой-то. С каких-то пор в полиции, чтобы открыть какую-то дверь, надо подождать какого-то единорога. Они что тут вообще? Все обкурились. На них так подействовало... Т-вирус подействовал. Наконец-то первая дверь, которая открылась.
Ох, господи. Оу. Вау. Кто? Кто ты? Ты, наверное, новенький. А ты, наверное, Леон. Зомби уже почти стал. Что случилось? Около 2 месяцев назад в пригороде произошел инцидент, связанный с опытами на зомби. Крыс и его напарники обнаружили, крыс? Что за всем этим стояла Амбрелла. Они рисковали своей жизнью, чтобы узнать правду, но им никто не поверил. Прошло совсем немного времени, и начался этот ад. Я тебе сейчас помогу. Не беспокойся обо мне. Ты должен спасти тех, кто выжил, а не в других комнатах. Вот, возьми карточку-ключ. Она открывает все двери этого здания. А теперь иди. Но, иди. Ну ладно, но я все равно вернусь за тобой. Держись. Или точнее, все, что в тебе останется, друг негр. Карточка-ключ, волшебная карточка-ключ, ух ты! И он заперся своим грязным делом. Занялся своим грязным делом, так. Хорошо. Карточка-ключ, это хорошо. Давайте посмотрим. Пластиковая карточка с надписью «Электронный замок в зале». Так, вещи тут не вращаются, как я смотрю. Ладно. Я все жду первый сохранение. Спасибо за патроны, господа полицаи. О! Всего 2. Не густо. Так, ну давайте сохранимся, а уже все остальное следует в следующей части. Всем спасибо, с вами был 5x74.